Atec Machinery является профессиональным поставщиком экструзионных линий для ПВХ-досок с пеной. CJZ80/156 экструдер с биметаллическим обработанным винтом и бочонком подходит для прессования ПВХ-досок с пеной. Прессование досок с головкой реечного типа, поверхность стока канала покрыта хромом и отполирована. Стол тарировки используется для охлаждения пенной доски. Она включает в себя 4 или 5 групп форм калибровки. Каждую группу положения и высоты тарировки пресс-формы можно контролировать отдельно. Перемещение вперед и назад по приводным двигателям, мощность 1,5 кВт, ход 1 метр. Тянущее устройство. Скорость проконтролирована инвертором ABB около от 0,2 до 2,1 метра в минуту. Дает точную и стабильную тянущую силу. Гусеница включает в себя верхнюю и нижнюю структуру. Гусеницу высоты можно отрегулировать во время производства пневматического клапана переключателя на панели управления. Конструкция фрезы продольная и поперечная с дозатором длины. Две части сплава дисковой пилы продольной резки, верхнее и нижнее пневматическое управление цилиндра. Одна часть специального сплава дисковой пилы для поперечной направленности. Опытные сотрудники NEOTEC гарантируют лучшее качество. Выбирайте NEOTEC. Наслаждайтесь новыми технологиями.